Едем очень высоко в горах. Кругом тоже горы. Вдалеке океан. По бокам машинки. Красота. Справа деревня с кактусами моими любимыми. О, вот это вот что это такое растет? Это типа ананас? Слушай, Маш, там же кока-кола есть. Рома, нет, давай еще рома купим литр. Да, потом будем думать, как бы мы... Третий-то не вытягиваем мы. Ох, надо вторую включить. Мне почему-то все время кажется, что внизу железная дорога какая-то должна быть. Пропасти тебе не кажется так? Ура, вагон пошли.